Мы сдираем обои. Верхний слой заказчик сам снял. Нам такой попроще слой. Верхний получается. Верхний слой виниловый. Целиком пластами отрывается. А снизу уже второй слой бумага. Одна комната и вторая комната. Ну, здесь на потолке еще тоже надо будет снять. Точно. Отвертки, шуруповерт, лазерный уровень, но он не нужен, но всякая мелочевка, типа изоленты, всяких бит, ножей, которые могут понадобиться. Ну, так или иначе, все равно рюкзак всегда беру. Ну и вот этот ланчбокс луковский тоже с собой берем. Вот туда два термоса встают и еда. Тяжело сдирающиеся обои, тонкие, бумажные, сверху тонкое виниловое покрытие. Если вот на этих обоях виниловое покрытие первым слоем слезло с полностью полосками, то на нижних не получается так вот по такому кусочку отдирать. Купил, короче, вот такую штуку, сейчас буду пробовать, он эффект дает, царапина. Через эти царапины нацарапаю вот так и намочить их попытаюсь, чтобы они отвалились. Вот это целые обои, а вот это то, что получилось. Вот такая получилась поверхность, которая впитывает воду. И теперь после намокания можно сдирать обои. Также их намочили и сдираем.